так возникла проблема, ну как возникла, с прошивки 9850, уже полгода как она прилетела, прошивка Xiaomi Mi 6, следующая проблема, вот у нас есть беззвучный режим, давайте проверим, вот работает, у меня просто звука нету какого-нибудь, я перепрошил только телефон и ничего нету, поэтому будем проверять на игре, в общем, слышали, звук есть, включаем беззвучный режим, проверяем. Все, загрузилась игра. Звука нету. Все отлично. Мы в беззвучном режиме. Теперь телефон после того, как подключить наушники, неважно, проводные или беспроводные, будет активный беззвучный режим после отключения, но звук будет идти в динамике. То есть я беру вот обычный переходник, даже наушники даже не нужны. Переходник взял, что первое под руку попало. То есть ну, можно и с наушниками это сделать, и с Bluetooth. С Bluetooth наушниками везде результат один. То есть у нас... Все, вот мы в игре, включаем, грубо говоря, наушники, звук пошел в наушники. Ну, из наушников все равно слышно не будет, поэтому я их не подключал для проверки. Но в любом случае это будет понятно, что проблема действительно есть. Все, я отключаю наушники. Звук появился. Беззвучный режим на месте. И для того, чтобы мне выйти, нужно... переподключить. И вот он опять отключился. То есть получается, при отключении наушников беззвучный режим выходит, ну, как бы выходит из, то есть не переходит на режим беззвучный обратно и включается звук. И это очень неприятно, потому что забываешь часто отключить, и потом среди ночи какой-нибудь пим-пим или еще что-нибудь, или все уже спят, ты решил там зайти поиграть немного, и вот такие вот неприятные штуки. Я не знаю, как решить эту проблему. Телефон пришел с прошивкой 9220, с глобальной, не было никаких проблем. Этой проблемы не было. Буквально через там несколько дней прилетела прошивка 9850, и эта проблема началась. Полгода вот прошло, ну вот уже дошел до точки кипения. Не знаю, чем решить. Писал на форумах, писал везде, там пробовал, перешился на прошивку, сейчас покажу какую. Вот, на девелоперскую 8.9 пробовал регион Индия поставить, как засоветовали. Вот. И все равно проблема осталась. Я не знаю, как решить. Если у кого-то есть подсказка, решение, куда копнуть. Вот. Либо кто знает, где скачать 9220. Потому что я уже готов вернуться на ту прошивку, на которой эта функция работала изначально. Даже в ущерб тем пряникам и функциям, которые добавились в новых обновлениях.